детстве мы все любили зиму. Тогда белые пушистые хлопья снега казались нам настоящим чудом. А вот взрослым холодное время года далеко не всегда кажется сказочным. Холод, гололед, вечно мокрые ноги и постоянные пробки на дорогах. Да и весь этот снег кто-то должен убирать. В этом выпуске программы «Азбука ЖКХ» мы поднимем вечные зимние вопросы. Меня зовут Елена Мирошникова, и вот о чем мы сегодня расскажем. Долгожданная зима. Как ставропольцы встречают снег? Я зиму обожаю, и я очень хочу, чтобы все дети, которые вот сейчас, чтобы они узнали, что такое зима, и весь вкус к жизни. Снежные баррикады. Кто должен чистить улицы городов? Собственник должен заниматься уборкой своей территории, верно? Крышный вопрос. Кто должен очищать от снега кровлю и балконы? Крыши входят в состав общего имущества. Козырьки на подъездах входят в состав общего имущества. Скользкая тема. Как обезопасить себя зимой? Как ни крути, а зима – прекрасное время года. Заснеженные деревья, теплые шапки и шарфы и, конечно, Новый год. Яркие огоньки гирлянд, подарки и ожидание чуда. Этой зимой отсутствие снега совсем не прибавило ставропольцам новогоднего настроения. Даже традиционные зимние украшения смотрятся без снега как-то инородно. И как бы мы ни ждали снегопад, санки и игры-снежки пришлось отложить до сезона. И вот, наконец, установилась настоящая зимняя погода. Зима в России всегда приходит неожиданно. А в южных регионах так и вовсе не каждый год. Начало этого года выдалось практически безснежным. Поэтому даже на новогодние праздники мы остались без традиционных зимних забав. Настало время наверстать упущенное. Холодные родники для таких зимних развлечений подходят как нельзя лучше. Наверное, именно поэтому в подходящую погоду здесь всегда многолюдно. Зимой Таманский лед превращается в настоящий горнолыжный курорт. С той только разницей, что ехать далеко не надо. Так что здесь можно встретить и взрослых, и молодежь, и даже совсем юных любителей активного отдыха. Но всех их объединяет одно – любовь к зиме. Ребята, скажите, а вы любите зиму? Обожаю, наконец-то дождались ее, сколько ждали, да? Да, Тём. Зима-то давно началась, а пришла только снег сейчас. Наконец-то только. Так что радуемся, пока все не растаяло, катаемся. Часто сюда приходите? Да, каждый год. Ну, в общем, да. Стараемся, когда снег есть. Не надо такую возможность упускать, я думаю, да? Ты любишь зиму? Конечно, зиму люблю. Самое потрясающее, красивое время года. Чуть потеплее оделся и кайфуешь целый день. Часто сюда приходишь кататься? Да, каждый год катаемся зимой на досках, на ледянках, на всех делах. В этом году решили посвятить себя экстриму, поэтому только ледянки, только хардкор. А как же целлофановые пакетики? А это на Эльбрус. Мне 52 года. Я приехала из Невинки специально, чтобы прокатиться на этих шикарных горках, получить адреналин, кайф, и пусть старость загоняет меня. У нас в Невинке нет зимы, а здесь есть. Я зиму обожаю. И я очень хочу, чтобы все дети, которые вот сейчас, чтобы они узнали, что такое зима, и весь вкус к жизни они и получили. А я могу вас пригласить покататься вдвоем, тандемом. Хотите? Отлично. Катание на санках может запросто поднять настроение даже в условиях зимнего авитаминоза. Главное в такой прогулке – теплее одеваться и постараться не промочить ноги. Впрочем, оптимисты среди нас далеко не все. Большинство ярых противников зимы, конечно, среди автовладельцев. Им выпавший снег точно не в радость. Обстановка на дорогах из-за обильных снегопадов серьезно усложнилась. Участились случаи аварий. Добраться на работу стало сложнее и автомобилистам, и пассажирам общественного транспорта. Не в восторге от зимы и коммунальщики. Им она ощутимо добавляет работы. Ведь чем больше снега выпадет, тем сложнее и дольше его убирать. На улице городов выползает спецтехника. Но независимо от того, нравится нам зима или нет, к любой погоде приходится приспосабливаться. А с выпавшим снегом бороться можно разными способами. Но кто и когда должен это делать? Ответ прост. Снег должен убирать тот, кто владеет землей. Дороги и тротуары должны убирать коммунальные службы, которые находятся в ведении городских властей. При этом ответственность за качество уборки всегда несет муниципалитет. А вот за территорию двора отвечают собственники. Собственник должен заниматься
уборкой своей территории. Верно? Поэтому многоквартирный дом – это собственность жителей. Вопрос, кто управляет этим домом. Если в доме выбран способ управления, ну, то есть это управляющая компания или ТСЖ, значит, соответственно, жители наняли управляющую организацию для обслуживания их дома, для уборки их придомовой территории. Если же в доме не выбран способ управления, соответственно, тогда и непосредственный способ управления. Жители должны сами организоваться и убрать придомовую территорию, очистить крышу от снега. То же правило распространяется и на тротуары рядом с многоквартирными домами. Частота уборки зависит от потока людей и интенсивности снегопада. За результат исполнитель отвечает рублем. Если снег так и остался на тротуаре, управляющая компания заплатит немаленький штраф. В отношении ТСЖ у нас, согласно КОАП, штрафные санкции предусматривают от 40 до 50 тысяч. В основании управляющей компании, это статья 14.1.3, штраф от 250 до 300 тысяч рублей. Обязательно должны обращаться в управляющую компанию, если они видят, что территория не убирается, не счистится от снега, если есть сосульки, есть наледь, она не сбивается. Они должны обратиться в управляющую компанию, зафиксировать факт обращения, да, любым из способов, даже вплоть до смс-ки руководителю управляющей компании или представителю. Если управляющая компания не отреагировала, то обязательно обратиться к нам в инспекцию для того, чтобы инспектор уже провел проверку и уточнил, проводилась уборка, обслуживался дом или нет. С приходом зимы у инспекторов прибавилась работа. В условиях снегопада проверки приходится проводить гораздо чаще. Сотрудники жилищной инспекции в усиленном режиме сейчас инспектируют и город Ставрополь, и другие территории края вместе с администрациями на предмет именно очищения придомовых территорий от снега. И я хотел бы еще раз напомнить всем управляющим компаниям, ТСЖ, всем лицам, ответственным за содержание домов, за обслуживание, чтобы в первую очередь с учетом сложившихся погодных условий обратили внимание на уборку придомовой территории. О том, как на практике проходит процесс избавления от снега, мы решили спросить у директора управляющей компании. Елена знает о привратностях зимы, если не все, то почти все. Ведь под ее крылом почти сотня домов в центре краевой столицы. При выпадении снега, естественно, дворовая территория должна убираться. Она должна убираться либо собственниками, либо управляющими компаниями, ТСЖ, но организациями, которые полномочены это делать. То есть при выпадении снега, если снег начинается ночью или там начинается утром, естественно, мы должны за ним следить. То есть к 7 утра, по правилам, снег должен был уже очищен быть. Очищается тротуары, очищаются подъездные пути и очищаются подъезды, ну, подъездные группы, то есть порожки, да, чтобы жителям проще было ходить, безопасно даже, да. Соответственно, очищается от наледи, снега и посыпаются противогололедными смесями, то есть песком, ну или там сейчас ряд других сертифицированных смесей. Ну, собственно говоря, и все. Очищать от наледи козырьки и крыши – тоже обязанности управляющей компании. А вот за состоянием балконов лучше следить самостоятельно. Если сход лавины приведет к несчастному случаю или повреждению чужого имущества, то собственнику грозит крупный штраф. Поэтому очистить балкон от снега и льда лучше заранее. Крыши входят в состав общего имущества, козырьки на подъездах входят в состав общего имущества, балконные плиты тоже входят. Зачастую жители сооружают сами на своими балконами конструкции, которые не соответствуют требованиям. Естественно, мы не можем физически их очистить. И, по сути, собственники должны сами нести ответственность за то, что самостоятельно ими установлено. А что касается крыш и подъездных козырьков, естественно, это все входит в полномочия управляющей компании. Очищается снег, очищаются сосульки и наледь, соответственно, чтобы не было, потому что когда снег этот начнет таять, это все потечет даже при самой очень хорошей крыше. Готовиться к зиме нужно заранее. Ведь когда понадобится посыпать дорожки, предсказать не всегда могут даже синоптики. Мы должны поддерживать придомовую территорию в хорошем состоянии, то есть убранном. Поэтому мы можем это делать хоть круглосуточно, мы можем это делать раз в день. Порядок есть, то есть мы должны убирать 6 раз в неделю, за исключением воскресенья, ну, дворником выходной. Как правило, это происходит один раз в день. Утром дворник выходит, убирает.
При снегопаде наличие осадков, естественно, невозможно просто одним разом сделать все, навести порядок. Поэтому чаще всего дворники выходят и утром, и после обеда уже по завершению. Избавиться от снега работа не из легких. Но в этом доме к снегопаду всегда готовы. Главное, чтобы дорожки не были скользкими. Безопасность превыше всего. Места, где чаще всего ходят пешеходы, посыпаются песком или солью. А пока специалисты очищают крышу от снега и льда, выставляются защитные ограждения. Кстати, такая забота о безопасности вовсе не лишняя предосторожность. Еще одно неприятное свойство снега – он может представлять опасность для пешеходов и автомобилей. Каждую зиму в соцсетях и СМИ появляются сообщения о том, что упавший с крыши снег или наледь повредили припаркованные возле домов автомобили. Часто такую ситуацию можно предотвратить, если опасный участок удалось обнаружить заранее. Если вы заметите сосульку или крупное скопление снега, обращайтесь в организацию, отвечающую за эксплуатацию дома. Будьте особенно осторожны в гололед. По обледеневшему тротуару лучше ходить маленькими шажками, наступая на всю подошву. Обратите внимание на протектор обуви. По возможности старайтесь обходить скользкие места. Особенно внимательно зимой нужно переходить дорогу. Не забывайте, что машина на скользкой трассе не может остановиться сразу. Переходите дорогу только по обустроенным переходам, а в случае их отсутствия увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. Кроме того, зимой видимость на дороге часто затруднена, поэтому и детям, и взрослым не стоит пренебрегать световозвращающими аксессуарами. Крыши и карнизы, украшенные гирляндами из сосулек, представляют особую опасность. Постарайтесь не приближаться к крышам, с которых возможен сход снега. И не разрешайте находиться в таких местах детям. Наверное, у каждого из нас есть свое любимое время года. Кто-то предпочитает лето и жару, другие же с нетерпением ждут зиму. Для них и снег, и лед только в радость. Но даже если вы не относитесь к числу фанатов мороза, главное не забывать, что к любым капризам погоды можно подготовиться. А остальное зависит только от нашего настроения. В последние годы зима на Ставрополье совсем не частый гость. Так что можно иногда вспомнить детство и порадоваться ее приходу. А если у вас остались вопросы или возникла коммунальная проблема, звоните нам в редакцию по телефону Ставрополя или пишите в социальных сетях. С вами была Азбука ЖКХ. До встречи на следующей неделе.